наш игрок «Надежда». Меня зовут Виталик, я алкоголик, сегодня я служу ведущим нашего собрания. Привет всем, давайте начнем минуты тишины. Пригласим Бога на наше собрание и вспомним, где мы были, наших товарищей, кто болен этой болезнью, кто умер от нее, кто в срыве, кто все еще страдает, кто ищет дорогу к нам. Минуты тишины. Дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Анонимные алкоголики – это сообщество мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силой и надеждой, чтобы они могли решить их общую проблему и помочь другим выздороветь от алкоголизма. Единственным условием для членства является желание бросить пить. Два неступительных и членских взносов. Мы сами себя содержим за счет наших пожертвований. А они связаны ни с какой сектой, вероисповеданием, политической деятельностью, организацией или обществом. Не желают участвовать в спорах, не поддерживают и не критикуют никакие убеждения. Наша основная цель – оставаться трезвыми и помочь таким алкоголикам достичь трезвости. Итак, друзья, добро пожаловать на группу «Надежда», которая сегодняшнее наше собрание посвящено празднованию юбилея. Мы здесь все празднуем, кто на группе, на живой, кто в онлайн, завидуйте. Мы празднуем 13 лет этой нашей прекрасной группе, первой русскоязычной группе анонимных алкоголиков в центре Израиля, одной из первых вообще в Израиле. Вот. И в рамках нашего спикерского проекта, онлайн-проекта, сегодня у нас спикер, но сегодня у нас спикер не онлайн, как это было принято все предыдущие недели, а у нас спикер будет вживую, и это будет Боря. Боря, один из основателей этой самой группы, один из ветеранов нашего русскоязычного сообщества анонимных алкоголиков в Израиле. И он расскажет нам, как бы, что было, чего не было. Боря, пожалуйста, иди сюда. Вот, да. Друзья, потом мы будет возможность задать вопросы Боре, если будут, и с радостью мы выслушаем ваши поздравления группе, всем нам. Добро пожаловать, Боря, пожалуйста. Спасибо, Виталий, за такое представление, основатель и так далее. Ну, во-первых, спасибо Паше, без которого, не знаю, по крайней мере, там, в то время, в тот момент эта группа бы нам не создать. Спасибо Паше, наверное, за такой прекрасный стол. Как всегда, Паша обо всем заботится. Он здесь как мама. Паша – это мама, я – это папа. Да, здесь как раз очень в тему, потому что шел сюда, и здесь столько флагов на эту тему. Да, родитель номер один, родитель номер два. Вот, Паша – родитель номер один, я – родитель номер два этой группы. Да, не вдаваясь в подробности. А, кто же занимается? Мы отнюдь не мрачные люди, да, я думал вообще, почему мы об этом так много говорим, да, почему есть эта тема вообще, почему нам нужно что-то доказывать, что мы отнюдь не мрачные люди, да, потому что если бы мы были не мрачные люди, это, знаете, это как кто-то принимает там ислам или иудаизм, и вот он становится самым таким мусульманином, или вот тот Сталин принял иудаизм, и вот он там, да иудей такой, да, сумасшедший, да, нужно доказывать все время, что-то показывать, да, вот я не понимаю, вот зачем доказывать, если бы мы были, да, уверены в себе, я не знаю, я надеюсь, меня сейчас помидорами тухлыми не забросают, но не было бы вообще и этой темы бы, она не существовала бы, мы отнюдь не мрачные, почему должны мы об этом говорить, не раз спикерские гуляют, да, мы отнюдь не мрачные люди, это было бы ясно и так. Да, почему нужно об этом говорить? Да, я как бы об этом задумался. И, честно говоря, даже не знаю, что сказать. По сравнению с наркоманами, мы довольно-таки мрачные. Они там, у них, я знаю, дискотеки, у них ночные клубы и так далее, и так далее. А у нас вот максимум, да, вот тортик, чай, который мне не дали попить. И вот и все гуляние. Да, там раз в 100 лет шашлычок на улице.
Почему, опять-таки, мы говорим об этом, мы одни немрачные люди? Потом, если говорить о чем немрачные люди, смотря с чем сравнивать, да, немрачные люди с чем сравнивать? С последними моими там годом, тремя или пятью питья, или наоборот, моими первыми тремя годами питья, да, смотря с чем я должен себя сравнивать, с каким периодом? Если я себя сравниваю с последними тремя годами, то, наверное, я не такой уж и мрачный, как я был в последние три года питья. А если меня сравнивать с первыми тремя годами, то, скажем так, не так-то уж и весело. Да? Более того, и вообще вот эта фраза, опять-таки, да, я здесь сейчас ересь несу, наверное, но вот это вот есть предложение знаменитое у нас в ИЕ. Я бы ни за что не поменял свой самый плохой день в трезвости на свой самый хороший день в употреблении. Да ну, как говорят в Одессе, Леша, как? Не рассказывайте на майсе. Да зачем? Ну зачем это? Ну какой? Я бы даже свой третий самый хороший день в употреблении поменял бы на самый, да, даже не на первом месте. Да, почему вообще, почему есть это? Да? Ну не надо, нет этого. Проблема в том, что происходит после этого хорошего дня, да, на второй день, на третий день в употреблении. Вот, да, я бы не поменял, может быть, свой самый плохой день трезвости на следующий день после самого хорошего дня в употреблении. Да. Потому что, ну почему? Да, вот я запутал все, да, вот так вот все запутано. Да. Но я думаю, что все, кто здесь сидят, я думаю, меня все прекрасно понимают, о чем идет речь. Потому что были хорошие дни, они мне казались хорошими, да, я их многие не помню даже, да, какие они были. Но я знаю, что было по кайфу, да, проблема в том, опять-таки, что происходит после него. И поэтому эта фраза тоже у меня всегда вызывала как-то какие-то вопросы. Мрачные, немрачные люди, конечно, не мрачные, да, когда сюда приходят, никто сюда, не, включая меня, я никогда не видел, чтобы кто-то сюда пришел и сказал, вау, мне так классно сейчас, я там бухаю, мне все классно, у меня все нормально, но вот я решил бросить, да, я ни разу не видел, чтобы кто-то сюда зашел и вот так вот сказал, у меня все хорошо, я там пью, нормально, все нормально, но вот я решил в один алкоголике прийти, стать вашим членом и завязать с питьем, да. Когда сюда люди приходят, вот у меня там я запойный, или вот я каждый день нету, ой, я не могу, ой, я работу потерял, да. И в том же, в моем случае то же самое, да, когда я сюда пришел. Я сюда не пришел, когда мне было хорошо, да, я не пришел сюда даже на следующий день после своего самого хорошего дня в употреблении, когда я бы, или там в первые три года, когда все было совсем не так мрачно, да. Я даже думать сюда не хотел идти, да, пойди затащи меня. Я сюда пришел и даже не в самый плохой первый день, и не в самый плохой второй день. Я сюда пришел, когда уже стало совсем невыносимо. Да, когда уже стало совсем настолько мрачно, что уже просто не было сил, я не знал, куда деваться. Мы здесь шутим, да, мы здесь прикалываемся. Многие вещи, которые, например, меня обижали раньше, мне, да, поди попробуй, мне скажи, там, какой-то алкаш. Да, или ты там сумасшедший. Меня это обижало раньше. Сейчас как-то, да, уже все это появилось такое... То есть я помню прекрасно, когда еще группа, я ходил на еврейские группы вот здесь вот, на Дизенкове, и там жила жена, тетя жены там жила, и она с собакой все время гуляла, как раз в то время, когда была группа. Но я так не хотел, чтобы она меня видела. Но все равно они меня видели, когда я туда приходил. И она мне как-то говорит, ой, это же секта. Ой, я помню, я так обиделся. Да, я так обиделся. Я такой стал мрачный. Я правда подумал, что, какую секту, что я себе накручиваю. Никакой у меня не надо. Что это больные люди там ходят, сидят, да. У меня все нормально, чуть-чуть выпил. Ну, попал там в пару передряг. Ну, ничего, все нормализуется. Да, сегодня мне хоть сказать, да хоть... Секта, хоть шмекта, как хотите меня называть. Да? Я знаю, что вот эта мрачность от того, кто что-то сказал, от того, что кто-то как на меня посмотрел или что-то случилось, эта мрачность ушла на самом деле. Да?
Стал там я какой-то супер весельчак, я не знаю. Да? Но мрачность, вот этот вот нагруз, перегруз постоянный, который у меня был до того, как я, так сказать, принял программу, начал ее делать, да, и стараться вообще ее выполнять, вот этот постоянный тревога, постоянная тревога, да, даже, ну, я говорю, я здесь говорил не раз и повторюсь, что вот у меня всегда, я всегда жил такое ощущение, что даже когда вот все хорошо, вот была уверенность, что, ну, вот на следующей неделе или еще месяц, может быть, это продлится, вот это хороший период, а потом все равно, да, кого я обманываю, все равно сейчас все нормально, все под контролем, как вот держим, да, вот так постоянно, да, как это здесь метафора такая, мячики вот эти там, один под воду зажал, да, другой выскочил. Этот нажал, вот так вот все вот их вот собрал, да, под водой. Вот ты сидишь на них, да. Но ты знаешь, что, да, это вот только вопрос времени, когда они начнут у тебя из-под жопы выскакивать. Да, и вот в этом была и мрачность, как моя мрачность. Да, то, что вот я постоянно жил вот в этой тревоге. Когда эти мечи начнут выскакивать, и когда вот это все накроется. Да, и вопрос только был в том, когда это произойдет, и как плохо будет, как, насколько плохая будет следующая крышка. Да, что произойдет? Потому что никогда я не знал, что произойдет. Да? Чем это закончится? Там, это будет потеря работы, или меня закроют в больнице, или меня закроют там, в полицейском участке, или там я еще что-то там, не знаю, сломаю себе какую-нибудь кость или кому-то там неизвестно что. Да? И вот я жил постоянно вот в этом страхе, в этом тревоге. Отсюда мрачность у меня была. Сегодня это ушло, да, то есть бывает, конечно, у меня хреновое настроение, бывают новые дни, но в чем разница? Разница в том, что все это проходит на фоне того, что наоборот, я знаю, что сейчас вот может быть мне плохо, то есть даже плохо в смысле не плохо физически как, а вот настроение плохое, то есть я знаю, что сейчас мне может быть не так хорошо, как я хотел бы, чтобы мне было, но я прекрасно понимаю, что завтра, ну, неделя максимум, да, я уже не помню вообще, чтобы я неделю сидел там в дерьме в своих, в думках, да, это уже, ну, не происходит такое, ну, два дня у меня, может быть, сейчас, если так вот это, я скатился, да, вот это, началось вот это, да, мясорубка там или посуда, как стиральная машина, да, в башке, началась, да, но я не помню, чтобы я больше там двух дней у меня там это, меня колбасило. Да, то есть, если что-то и происходит такое плохое или нехорошее, или наоборот, или, может быть, даже в физическом, как бы, в физическом измерении, в физическом мире, там, заработался или там, фигами, или заболел, или еще что-то. Да, все, опять-таки, все вот эти неурядицы, они как-то проходят сегодня на фоне того, что я знаю, что это закончится, да. Не через неделю, может быть, через две, ну, может быть, через месяц, да, но все будет хорошо, да. То есть все эти мечи, они у меня будут сидеть под задницей. Сегодня один там, может быть, выскочил, но он обратно туда под задницей летит, да, в отличие от того, вот это вот кардинальная такая перемена, которую я вот здесь вот приобрел, да, и это убрало вот эту, в принципе, мрачность, которая вот у меня была там последние, не знаю, 5-7 лет бухания, или перерывов от бухания, да, но все время была вот эта тяжесть, что как бы хорошо бы не было, или зачем стараться, но все равно все... Я все разобью, я уйду в этот запой, я уйду в бухло, я уйду там, не знаю, или еще куда-то, в наркоту. И все, что я делаю, это все разлетится, и все это растеряется. Сегодня этого нет, да? То есть сегодня, когда я что-то делаю, у меня нет страха, что это все может в любой момент как-то рухнуть и куда-то испариться. Наоборот, сегодня вот полная уверенность. А насчет того, опять-таки, мрачные, мы не отнюдь не мрачные люди, да, опять, это по сравнению с чем? Мне недавно друг прислал фотографии, примерно, что это был 99-й, так, 2000-й год, да, из бани. Я даже не помню эти, я там половину людей это не вспомнил, он мне там пишет это, та. Да, я даже не помню этого ничего, да, но я смотрю на фотографии, я понимаю, что было 10. Что было совсем, я понимаю, что было совсем не мрачно, да, я не помню точно, как и что мы там творили, но я точно знаю, что было совсем не скучно, да, потому что мы это делали не один раз, да, мы это делали много раз, то есть если бы это было плохо, если бы нам это не нравилось, да, мы бы это не делали, то есть
Это было хорошее, все было хорошо, все весело, пока это перестало работать. Да, вот в чем проблема. Пока не наступила действительно эта мрачность. Да, но я постоянно задумываюсь, почему мы на эту тему так много говорим. Или для того, чтобы убедить новичков. Да, то есть, когда меня бы это не убедило, когда я сюда пришел, или когда я уже, когда мне некуда было идти, мне сказали, ой, тебе будет весело, тебе будет хорошо, да. Для меня это был не повод, да, для меня, ну, мне нужно было, чтобы мне перестало быть просто плохо, да, мне не нужно было быть не мрачным, мне нужно было перестать страдать, уберите страдания, и все. Да, потому что уже было просто невозможно на моральном, на духовном, на физическом уровне. Было просто невозможно. Убеждать себя сегодня, что мне отнюдь не мрачно, мне, например, это не нужно. Да, я знаю, что существует эта тема, но мне, например, себя убеждать, что мне не мрачно, мне это не нужно, мне хорошо. У меня, слава богу, 14,5 лет трезвости, да. Если бы мне было плохо в трезвости, я бы столько просто не поддержался. Так как это бывало, там, месяц, два, три, восемь. Но когда тебе, извини меня, ты постоянно думаешь, что как живой, ну, лучше удавиться. Да, у меня этого нет сегодня. Но вообще много вещей в вашей книге, да, сегодня я какую-то другую тему такую, не тему мы отменим мрачные вещи, а вот именно какое-то спорное у меня сегодня состояние. Есть еще одно предложение, да, я часто об этом думаю в вашей книге, где написано, алкоголики – это люди с интеллектом выше среднего. Правильно, да? Есть где-то есть такое предложение. Или, у них, или способность зарабатывать деньги у алкоголиков выше средней. Да, есть где-то это такое предложение. Да? Я вот честно скажу, я это нигде не читал, кроме как большой книги. И я нигде это не слышал, кроме как от алкоголиков. И почему-то я не вижу, чтобы там какие-то научные исследовательские институты бегали за алкоголиками и нас пытались взять себе на работу, потому что у нас интеллектуальные способности выше среднего. Вот, что-то я этого не замечал, да. Ну, молодцы, ладно, ребята-алкоголики написали эту книгу, и слава богу, да. А в принципе, если так разобраться, я думаю, что здесь разные люди есть. Да, и такие, и сякие, но одно предложение, с которым невозможно мне не согласиться, это в других условиях мы бы не общались, да, то есть здесь мы общаемся, здесь общая проблема, здесь самое главное общее решение, и на этой теме как бы я и вылезаю, да. То есть здесь есть люди, наверное, умнее меня, есть, наверное, люди, которые, может быть, немножко глупее меня. Я не знаю, да, кто это такой вообще судить, что здесь проверка, что ли, эта машина. Мы не проверяем здесь IQ, да, это не такого теста. Или там нужно сдать какие-то экзамены, психометрию, да, чтобы сюда прийти. Никто ничего не проверяет, да, никто не знает, у кого какие интеллектуальные возможности. Но в книге написали, что у нас выше среднего, да. Есть очень способные люди в наших рядах, да, очень талантливые, которые очень много чего добились, есть абсолютно разные, но в чем фишка, да, то, что я знаю, этот человек для меня как брат, чем бы он ни занимался, да, чем бы он ни занимался, там, он американец, он француз, я был на группе, где разговаривали на французском языке, я вообще ничего не понимал, да, bonjour, bonjour, да, я ничего не понимал, но я там сидел час, и я чувствовал себя, что это вот мой дом. Я оттуда вышел. Я вышел оттуда с таким же ощущением, как я вышел из группы в Бадьяме, где говорили на русском языке. Чудо! Чудо! В общем, вот такие пироги, да, здесь, в общем, так фотографии меняются. Очень интересно теперь на все это смотреть. Ладно, друзья, большое вам спасибо, что вы здесь, что меня приняли, что вы мне помогаете выздоравливать. Поздравляю эту группу с 13-летием, правильно? 13 лет, да, у этой группы. И это как бы уже не шутки. Спасибо всем.
Спасибо, спасибо большое, Боря, за твой опыт. Окей, друзья, это открыто. Это открыто, если вы хотите. Нет, давайте я сначала сделаю пару коротеньких объявлений. Для напоминания, 12-я традиция гласит: анонимность – духовная основа всех наших традиций. Все, что ты увидел, услышал здесь, должно остаться здесь. 7-я традиция гласит: каждый группе АС делает полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы. Те, кто онлайн, пожертвуйте на свои домашние группы. Друзья, если у кого есть объявление... Окей, ни у кого никаких объявлений нету, значит, мы продолжим. Друзья, кто-то хочет сказать пару слов, поздравить группу или задать какой-то вопрос, может быть, Боре. Ну, на самом деле, я бы пригласил бы Пашу сюда, чтобы он сказал нам пару слов, потому что Паша имеет то же самое непосредственное, скажем так, участие в создании этой группы, да, они вместе с Боре вот здесь 13 лет назад на этом самом месте сидели вдвоем. Да, два выздоравливающих анонимных алкоголика на сотни километров вокруг. Больше не было. Да, еще не было, вообще не было ни нашей интергруппы, ни, по сути, самого сообщества. Вот, и... Вот, Паша, скажешь пару слов? Давай. Алкоголик Паша, привет всем. Привет, ребят. Спасибо, что собрались сегодня, Боря, спасибо, что открыл нам группу сегодня. Я, честно говоря, темой, откуда эта тема? Значит, поскольку я один из, будем говорить, организаторов этого проекта, да, и генератор этой идеи, назвать так нашу следующую, вот это вот, ну, семинар, что ли, не знаю, как назвать это, цикл наших передач. Откуда? Дело в том, что вся вот большая книга до этих строк, она говорит о том, что нам надо что-то делать, что нам надо, да, выходить, мы постоянно там делаем какие-то инвентаризации, включаем ущерб, мы там становимся на колени перед Богом, мы ищем эти все отношения, и все это такое... Чисто деловое такое предложение, мы должны что-то делать. И в конечном итоге складывается такое впечатление, а это где-то на 128 странице. Вот после этих 120 страниц, которые мы читаем, складывается такое впечатление, что мы прям такие впряглись, да, и давай прям выходить из этой жизни, там такого, прям, ну такие, ну короче, занимаемся только вот... конкретно там какой-то такой деятельностью, да, помогаем другим, там, возмещаем ущерб и прочее. Но на самом деле, мы еще в начале книги читаем, да, в нескольких предисловиях, там, то, что нам Билл рассказывает в своей истории, что нам предлагает образ жизни, если нам предлагают образ жизни, то он вот так вот выглядит. Да, вот это вот, ну давайте прям, да, все, впряглись, все, тащим эту тележку там, и прям что-то не делаем, да, постоянно куда-то, вот такие направленные. Нет, на самом деле, это в этом и заключена вот эта вот соль этого слогана, да, что мы отнюдь не мрачные люди, потому что там уже почти в конце книги, в 11 главе, вы что нам хотите предложить, быть вот этими скучными такими и... абсолютно такими, ну, скучными такими людьми, как вот эти вот, которые там, мы там знаем, которые там пьют и просто там шугаются от того, что там, нет, мы это не делаем, то, да, это. Нет, на самом деле, мы просто начинаем жить этой жизнью.
Мы просто берем вот эти вот принципы, которые нам полагаются, и впервые, и мы вносим их в жизнь и начинаем радоваться трезвой жизни. И вот это то поразительное, что, в общем-то, и случается здесь у нас с анонимных алкоголиков. Потому что почему приходят сюда люди? Потому что они в трезвости не умеют радоваться. Я пришел только поэтому. Потому что если бы я в трезвости мог радоваться, нафиг мне нужны эти алкоголики. Бросил пить и все. Я радостный, свободный там какой. А я этого не умею. И это мне нужно научиться. И это как одно из обещаний в плане того, что я когда... Чем меня купили здесь анонимный алкоголик, когда я пришел? Что вот этим вот рассказом, что это аллергия, да, или может быть тем, что, не дай бог, там мне придется какой-то ущерб там возмещать, или что мне теперь нельзя там брать, или что, какими принципами вот этими вы думаете, божественными там, то, что у нас там вот в этих шагах там написано, да, что я вдруг стану когда-то честным, там, не буду не воровать, не обманывать, ничего, нифига подобного. Первое, что меня, да, это то, что я пришел, здесь улыбались, как это? Я, конечно, одно время я, конечно, думал, что все это фигня, все равно вы где-то там пьете, там, когда вам хочется. Да, вот. И то, что вы говорите о своих сроках трезвости. И вообще там многих я вообще считал, что это там пришли там соцработники там под прикрытием, блин, тут подслушивают. Вот. Ну, короче, паранойя у меня тоже было достаточно. Но я опять же говорю, да чем купили? Потому что улыбались. Они говорили о каких-то таких вещах, сокровенных мне, те, которые я не хотел, не то чтобы говорить слух, я даже не хотел о них думать. У меня уже было настолько, настолько я привык к тому, чтобы приучить себя забывать вот эти вещи, да, что я даже о них не хотел вспоминать. А тут вы начали говорить о них в открытую, и после этого еще и смеяться. И поэтому у нас в большой книге об этом написано, что мы отнюдь не мрачные люди, что мы занимаемся не только этим, да, все вот это вот инвентаризация, спонсирование, вхождение на группы, да. Нет, не только это, у нас есть обычная нормальная жизнь, и там мы на самом деле занимаемся. Дальше идет о том, что там играйте в игры, да, то есть имеется в виду, что полная жизнь, весь спектр жизни перед нами открыт. И он в трезвости. Ну, я думаю, что каждый со мной согласится, но тем не менее я буду говорить о себе. Да, я не мог трезвый, первый год для меня были вот эти вот все откровения. Да, как сидеть за столом, не выпив. Как можно кушать мясо, которое сделано на гриле, без пива, без красного вина, без водки, без ничего. Как можно селедку кушать. Да. Без этого. Ну, извините, девочки, даже, да, секс, как можно без алкоголя? У меня не было вообще понятия. Не было абсолютно такого. И после первого года моей трезвости пошли уже другие откровения, что, оказывается, и рифму можно найти без алкоголя. Да, я из тех, который был, в общем-то, маменьким сынком, до 13 лет я вообще даже не представлял. У меня было откровение такое, что, оказывается, не все пишут стихи. Вот настолько я был маменький сынок, да, что я расплакался, в 13 лет я расплакался перед всем классом за тройку по истории. А 14 я уже начал шугать этих 16 лет, только потому, что мне подарили это дело. Вот, и то есть вот эта вот трансформация, да, и потом, естественно, я уже после этого в художественную школу я ходил, да, и опять же, это все было в таком возрасте. Но я, когда 42 года, начал рисовать, да, я понял, что это можно делать без бухла. И вот это, да, вот она радость жизни. Вот я не говорю сейчас там, давайте не мы там оставим все эти принципы, о которых мы говорим, то, что у нас на стенах написано, шаги и прочее. Да, но вот именно вот такие вот вещи, это то, что подкупило меня. Это... Секс, да, с сексом было, конечно, много откровений. И поэтому вот такие вот обычные вещи, да, это то, что и в общем-то, да, подкупило меня в анонимных алкоголиках. Я не говорю, что это был там какой-то простой период, этому надо было всему переучиваться,
Первый год для меня вообще был полностью, да, как бы я все проверял, да, там, в поясах, да, как это, в поясах можно сидеть и не выпить, да, там же надо обязательно там молиться, да, на пятый там, что-то уже там опорожнить бутылку, да, такого, на пятой молитве. Вот, ну, да, и все, я там не говорю про свое день рождения, там, про чьи-то, да, вот эти вот праздники, как это вообще сидеть и не пить, как этому надо было учиться. Вот. И там горе, радость, да, там, похороны, что-то там, неважно. Всему этому надо было учиться, как это вообще не. Потому что для меня это было откровение. И вот эти вот открытия в конечном итоге привели меня к тому, что я на самом деле, да, надо радоваться. Можно радоваться. Можно радоваться. И это кажется, с одной стороны, это кажется, что, ну, чему там радоваться? Допустим, такая история. Я 31 декабря захожу в один из наших русских магазинов и вижу парочка, которая, это я уже третий год трезвости, и вижу парочка, которая, значит, выбирает бухло и говорит, так, вот здесь, говорит, шампанское, так, вон коньячка надо взять, там, значит, водочки там, и вот это все. И я, с одной стороны, мне казалось бы, мне надо позавидовать, а с другой стороны, я оп, и понимаю, а мне сейчас это не надо. Не надо вот этого забота, что пить, когда пить, зачем пить, чем закусывать, да, когда остановиться, когда проблеваться, когда уйти вовремя, да, когда где там заначку сделать, да, и вот это все, это вот та вот головная боль, которая у меня была постоянно, да, как себя вести, да, вот как это все спланировать, как вот это все ушло. И вот это свободное время, которое мне осталось, это осталось для радости. Побыть с детьми, побыть с семьей, побыть с любимыми, да, кому-то там, может быть, поздравить лишний раз. Вот появилась настоящая радость. Ну и что касается этой группы, это то, что темы сегодняшние. Просто я хотел немножко более помочь или открыть. Вот. А то, что касается группы, конечно, это здорово, что сегодня нас столько много. Я не только про тех, которые пришли сюда, спасибо вам огромное еще раз дополнительно, а вообще всех наших русскоязычных алкоголиков в Израиле, те, которые, ну, вообще причастны к нашей, не только к группе, да, к нашему русскоязычному сообществу здесь, в Израиле, потому что каждый из них принес сюда свой вклад. И эта группа, хорошо, что она как-то появилась спонтанно, вот так. Вот. И не было там ничего такого, ну, будем говорить так, что меня уговаривали долгое время сами изобретать. Откройте. А Боря просто пришел один раз и говорит, давай, говорит, откроем. Я даже понятия не имел, как это делать. То, что мы сидели вот здесь вдвоем, там говорили на какие-то там абсолютно абстрактные темы, и потом задолбались и просто начали читать большую книгу друг другу. Страницу он, страницу я. И все. Так мы проводили время. В конечном итоге, то, что я и говорю, что нам помогло, да, и нам помогло вот там не какая-то там, ну, помимо того, что, конечно, высшая сила тут без этого не обошлось, да, ну, в общем-то, нам помогла больше, он говорит так, большая задница Боря, да, то, что у него есть эта задница, он приходил, сидел, насиживал вот это место, и только... Только это, да, это может и на самом деле любую группу спасти. То есть усидчивость. Да, приходите, просто сидите, и все. Боря иногда сидел один, приходил тоже, возвращал нас неоднократно. Ну, и все, в общем-то, я думаю, для всех остальных тоже есть время. Спасибо, ребят, спасибо еще раз, что пришли. Все, спасибо. Спасибо большое, Паша. Да, друзья, у нас есть несколько объявлений, которые просили сделать. Первое объявление – это насчет наших реп-центров, собраний в реп-центре, которые проходят каждое воскресенье и среду в реп-центре «Феникс», а вторник. В реп-центре «Виктория» не забывайте, приходите делиться опытом, нести весть. И есть у нас еще одно не менее радостное объявление. Да, сегодня, кроме того, что у нас 13 лет, кроме того, что у нас 13 лет в группе, у нас еще сегодня 3 месяца трезвости, да, нашему новому
другу и товарищу. И не вставай, да, вставай, вставай, да. Это твоя первая медалька, да? Первая медалька, 3 месяца, уже круто, да, хороший старт. Хорошая медалька, сразу зеленый цвет. Продолжай приходить. Вот. А мы продолжим. Я видел, там были еще просьбы высказаться по онлайну. Мы сначала закончим с группой. Вова хотел поздравить нас. Пожалуйста. Есть единички в чате. Пожалуйста. Вы алкоголик? Я прям рвусь в бой. Настроение у меня хорошее. Я отнюдь не мрачный человек. Я не знаю, у Бори 4 маленьких детей. Я не знаю, как бы я был веселый, если бы у меня была такая ситуация. Каждому свое, как говорится. Но Боря при этом улыбается. Значит, это все-таки работает, так или иначе. Вот. Я вот пытался отсчитать, сколько лет назад я появился в этой группе. Меня можно отсчитать по Виталику. Я когда пришел сюда, у Виталика было 7 месяцев трезвости и поломанная рука, он еще был с гипсом. То есть вот, ну, примерно получается 11 лет плюс, ближе к 12, наверное, так. Ну, Паша с Бори присутствует, и из тех людей, кто был тогда здесь, больше, ну, как бы никого на данный момент здесь нету. У меня с Тель-Авивской группой очень многие вещи связаны. И, ну, вот я не далее, как сегодня, читал с подопечным традиции, значит, мы читали вторую традицию, значит, ну, и вот, по сути, да, Бо, как он может предстать в нашем групповом сознании. Я очень люблю эту фразу. И вот передо мной, в общем-то, Бог в групповом сознании здесь и предстал в Тель-Авиве. То есть я, ну, прозрел, пробудился в Тель-Авиве. Все начиналось вообще с того, что пришел Паша на служение в Викторию. Тогда еще не было служения нашего, анонимных алкоголиков. Пашу пригласили наркоманы. Он пришел, и для меня это стало переходным этапом. То есть я знал, что где-то есть на Тизенков какие-то алкоголики. Мне сказали, в общем, там пердуны старые, ты туда не ходи, они посидят, потом идут бухать. Ты с нами тусуйся. Вот я и тусовался. Потом появился в какой-то момент Паша, и я прямо так вот, как гусь, помню, шею вытягивал, там, слушая его. Вот у нас группа, мы создали в Тель-Авиве, нас очень мало, приходите на русском языке. Я начал сюда ходить. И у меня с этой группой связаны очень светлые времена, у меня с этой группой связаны очень мрачные времена. Очень символично, я сейчас, ну, меня жаба задавила, и я поставил машину на Бурсе, где я все дырки знаю, и пришел пешком. Всего 20 минут ходу. Я когда-то так начинал выздоравливать. Я с работы оттуда приходил на Дизингов и сюда пешком. Ну, жарко, да, я немножко не рассчитал, давно так не ходил. Вот. И это символично, потому что были времена, когда я приходил сюда из Батьяма, совмещая спорт и выздоровление в субботу. Но был период, один из, наверное, самых страшных периодов моего употребления, когда шел через Аленби, брал у барыги пакетик, накуривался, приходил сюда. И я делал вид, что я отнюдь не мрачный человек. Я приходил сюда с энтузиазмом на роже. Вот я весь из себя спортсмен, а меня внутри колотило. У меня сердце выскакивало от стыда, от боли, от страха, от всего этого. И, ну, это продолжалось не один день. И только вмешательство высшей силы осуществило то, что произошло со мной. Я, в общем-то, ничего для этого особенного не делал. Я продолжал умирать. И эта группа когда-то была еще в среду, я помню, что я был последним человеком, который держал ключ в среду, люди приходили все меньше и меньше и меньше. Я стоял вот здесь вот в скверике, курил одну сигарету за другой, переживал и думал, да что ж такое, я же, блин, стараюсь этим ключом твоим, как дурак. Позвонил, Паша, 20 минут никого нету, я закрываю. Говорит, ну постой еще 10. И бывали времена, когда стоял эти несчастные 10 минут, и кто-то приходил один или два человека, всякое бывало, много чего. В общем, для меня эта группа всегда была родная, и то, что мы вот сейчас уже так присиделись в Батьяме, то, что я так уже, ну, привычно долго уже сижу в Батьяме, и в Тель-Авиве появляюсь редко, я не знаю, ну, если честно, это вот для меня некое испытание моей готовности, да, потому что и поездка в Тель-Авив, это всегда надо одеться, надо это, собраться, надо ехать, это, парковка, это, Батьям ближе, ну, Батьям удобно. Вот, поэтому это своего рода испытание готовности. Ну, готов ли ты поехать в Тель-Авив и разделить радость и отметить юбилей своей любимой группы, с которой у тебя все начиналось. Ну, получается, что готов, слава богу. В общем, что хочу сказать. Огромное вам спасибо за то, что я сегодня трезвый. И вот это вот, о чем говорил Боря, да, я не поленился, взял в руки книгу и нашел это. В главе «Выход есть» написано, что зачастую алкоголик обладает особыми способностями и талантами, которые позволяют ему создать прекрасное будущее для своей семьи, а потом он разрушает всю серию бессмысленных пьянок. Вот это именно то, что происходило со мной в этом кошмаре, в котором я прожил, к сожалению, большую часть своей сознательной жизни.
У меня, в общем-то, неплохо было всегда с заработками, а потом я разрушался, бессмысленная серия пьянок. И слава богу, что сегодня это все не так. И насчет, опять же, мрачности и немрачности, ну, я только что прилетел, мне по кайфу, как бы я вот неделю как в стране. Вот. Но это потрясающе, то есть мы там ходили в Праге, кормили уток, лебедей, этих самых гусей, этих, как их, нутрий, кого мы еще, я не помню, зайцы у него под домом бегают, и меня прет от этого, там липами пахнет. Послушайте, где я нюхал липы? Какие липы я нюхал? Вы о чем вообще? Где я, какие нутрии? О чем вы говорите? Я бы приехал в Прагу, я бы прямо в аэропорту начал бухать. Нет, я бы начал здесь. Я бы взял duty free. И я вот, ну вот, то, о чем говорил в частности Паша, да, вот эта сценка, когда ты смотришь, как люди берут и кайфуешь. Вот я в частности в duty free. Ну, из-за короны приехал заранее, там эти все тесты, проверки уже, ну, вот такая голова, ничего не понимаешь, как лететь, что лететь. И я, ну, вижу, что я в Бен-Гурионе, у меня времени добрых полтора часа, мне в duty free нафиг не надо. Я еще курить бросил, как бы, ну, мне там абсолютно нечего делать. И я так это прошел раз, прошел второй раз. Думаю, может, я шоколадку куплю? Ну, да нафига мне эта шоколадка? А люди ж толпой вот это прошли, таможенник, и толпой вот это на дьюти-фри, вот эти пузыри хватать, эти блоки сигарет. Ребята, это здорово. Поэтому, ну, вот эта вот природная, натуральная, скажем так, радость, которая ощущается от воздуха, от запахов, от еды, от секса, который здесь вот вспомнили, да, и так далее. Боря вспомнил. Но я тоже помню. Я как бы у меня с этим тоже все нормально. Да, да. Вот. Ну, в общем, огромное спасибо начинателям этого всего. И огромное спасибо Телевизской группе. И я вас люблю. Спасибо. Спасибо. Давайте включим наш онлайн. Вова поставил 3 единички. Вова, пожалуйста, включай хоть камеру, микрофон. Пожалуйста, твое слово. Вова, наш юг. Да, даю. Бегу, я отходил просто. Очень рад, Вова, алкоголик, очень рад видеть вас всех много в подвале. Даже не знаю, с чего начать. Что-то мозги побежали кто куда. Начну с поздравления Надежды. Юбилей 13 лет, это круто. И огромная-огромная благодарность. И благодарность и Надежде, и не только Надежде. И вот начинателям, я, как сказал Вова, Боре, Паше, всех остальных я не знаю. Кого наслышан, того поздравляю. Круто, 13 лет. Я от лица Адаманта, Ашкелон, благодарю, хотел поблагодарить тоже за наше существование, за нашу трезвость. Впереди идущих всех, не только Надежды и Альтернативу, и всех, кого я вижу сегодня на экране в подвале. Очень рад вас видеть. Многим помогли, но если бы не вы, не было бы и нас. Так что благодарен, что вы есть, благодарен, что мы есть. Благодарен за... Ну и поздравляю еще раз. Я хотел так очень коротко, главное, поучаствовать в этом празднике, поздравить всех. Я присоединился поздно, и Борю слышал только по концовке, минут 10 последних. Ну вот. Мне хватило. В общем, спасибо, люблю вас, нуждаюсь. Еще раз благодарю. Пока. Спасибо, спасибо, Вова, спасибо. Добрый вечер, Лена Алкоголик. Я поздравляю группу с юбилеем. Я очень ее люблю. Я волнуюсь здесь, сейчас вот даже произнося эти слова, я вспоминаю, как у меня все начиналось и какую эта группа сыграла роль в моей истории. Я пришла не в нее, моя домашняя группа в Батьяме. Но помню, какой-то из вечеров мне предложили поехать. Давай вот шаббат будет там в Тель-Авиве, ты там увидишь других людей, ты, ну, это другая немножко группа, и мне стало страшно. Я уже привыкла к своим четырем, там, пяти ребятам, которые были в моей
группе, это маленький мирок, то есть что-то такое. Но меня отвезли сюда, и я сразу наполнилась вот какой-то волшебной аурой этих стен и прилипла к этой группе тоже. Что потом произошло? Я стала просить своего мужа, чтобы он меня все время отвозил в шаббат. И он включился в это служение, он стал отвозить в шаббат меня и ждать, пока группа закончится, потому что все-таки потом собирать других людей, то есть наполняли машину, приезжали сюда. Мой первый год трезвости, юбилей. Первый юбилей трезвости год, да, и я отмечала здесь, и вдруг увидела, что, блин, сколько приехало людей, я даже не ожидала, из Ашкелона, из Ашдода, откуда-то еще там, из Натании, кто-то, ну, я не знаю, я еще не знала этих людей, но было тут все полно, да, сидели вот на скамейках, и это мой год трезвости, и у меня сердце в пятки уходило, да, а потом кто-то мне еще говорил, что, ну, помнит это. И я сейчас вспоминаю те ощущения, ну, что-то волшебное, да, то есть я очень благодарна этой группе, потому что русскоязычное сообщество началось с нее, а потом появились другие группы, и наше сообщество разрослось. Благодарна непосредственно Боре и Паше, которые явились моими наставниками, да. Они же начинатели, ну, и для меня лично наставники, и... Здесь у меня с Пашиной легкой руки родилось решение начать работу, на которой я уже 7 лет. А ведь у меня вообще места не было, где я больше года, наверное, ну там года с небольшим, раньше задерживалась на работе. Ну, не знаю, мне очень тепло здесь, да, и мы говорим, вот у нас домашняя группа. Я считаю свою домашнюю группу под Яном, да, альтернативу, что я в нее пришла. Но это мой, это невозможно отделить, это мой еще один дом, да, это еще мои одни родственники. Я здесь получила столько опыта, услышала вас, это проникло в душу, в сердце, что, ну, оценить, недооценить это невозможно. Я очень вам благодарна всем здесь сидящим, Паша и Боря за то, что это наши пионеры. А что касается того, что мы не мрачные люди, вот я тоже думала сегодня над этим, почему, собственно, не мрачные мы, люди, да, и что такого не мрачного во мне. Я очень солидарна вот, с Борей, я услышала его слова, сама себе сегодня сказала, вот это, видимо, умение обнулиться, сказать себе, что вот оно прошло, что-то плохое, но я начинаю заново, я могу хоть 10 раз заново начинать в одном дне, да, оно проходит, и эта уверенность, что будет завтра, а может быть уже сегодня к вечеру, еще одно, что-то хорошее, да, что изменится то, что меня тяготило, то, что меня... волновала, из-за чего я нервничала, оно пройдет, и все будет хорошо. Вот это то, что дала программа, да, мне умение не тащить груз за собой. А у меня совсем недавно было такое вот неприятное немножко событие, да, ну, а еще несколько месяцев назад совсем как бы трагическое. Но этого нет сейчас на моих плечах, да, я пыталась пользоваться всем, что вы мне здесь и конкретно в этом месте подарили. И поэтому вроде бы выглядит не мрачно сейчас. Спасибо вам. Добрый вечер, Саша, алкоголик. Привет. Ну, начну с того, что у меня... общение с, ну, с этой группой происходило два этапа. Первый этап был очень давно и один раз. Это был как разовый вариант, когда я еще пухал, и мой собутыльник, бывший как-то, я пошел, Виталий Бергер, ну, все хорошо знают. Тут я от него узнал много, что он бросил пить, а я пришел к нему. И он потащил меня на группу. В общем, ну, он меня долго ушатывал, я сдавался, но все-таки он меня как-то ушатал, и в полубессознательном состоянии он как-то меня сюда приволок.
После чего, отсидев всю группу, я так глянул на него, как я говорю, Виталий, что-то это сектой попахивает, что-то это не мое, что-то я тут не понимаю, что-то меня здесь не устраивает. И на этом все красиво закончилось, больше я сюда не ходил, я продолжил петь, продолжил... В принципе, у меня как и попытки были выздоровления. Но у меня это происходило как у Вовы, потому что у меня вот Вов как правильно сказал, у меня вот было все между реп-центрами. Первый раз меня зацепил Паша. И может быть из-за этого первый раз я сюда и поплелся за Виталием. Потому что Паша тогда еще был с хвостом. Сережка, ну хипан, а все, что нестандартное, подходит к альтернативной музыке, рок-музыке, все, что вот внешне выбивалось из такого-то стереотипа, такого простого вот нашего обрубленного человека, то есть то, что выделялось за эти рамки, то есть мне уже было интересно и мне уже было любовь. Так что Паша даже вот своим видом и... Именно тогда у меня зацепило имя. Вот. И следующие между реп-центрами перерывы как-то у меня сопровождались поползновением. Да, я тоже пошел на ИНЕЙ, несколько раз походил, тоже две недели, так, была такая, что-то я заморочился. Но опять же, потом смотрю, как-то пересекся опять в очередной раз. В реп-центре. Ну, у нас как происходило? Вовку я наблюдал давно, потому что он на выход, я на вход. У нас это как-то происходило поочередно. Он вышел, я зашел. Он вышел, я зашел. В принципе, мы никогда вместе не были на одной гнили. Но мы вот именно поочередность такая была. Ну, и как-то я его увидел. Втроем уже сидели. Паша, Вовка и Виталя. А я в репике. Ну, думаю, все. Вот это меня доконало, и я тогда решил попробовать бросить пить на суку. Четко. Специально после репика продлился проживание в хостеле, оставил все, дом, все. Думаю, так, все, закрываюсь, короче. Вот меня хватило на 5 лет. Через 5 лет я запил. Благополучно. И уже находясь в реп-центре, я услышал, что, опять же, от кого-то, а алмазный Батьян ходит. Так, опа, ловко, свои, наши. И вот после последнего реп-центра своего, я уже четко пошел на альтернативу. Я поговорив с Вовой, давай по привязанности, давай на Тель-Авив, давай чаще. И, в принципе, я зацепился за этой группой. Здесь я нашел спонсора. Спасибо ему, Богу и всем вам на сегодня. Мне уже 4 года вылетело, 20 чем-то трезвости. Я хожу сюда, я брал здесь служение. И, в принципе, я благодарен двум группам, это Альтернативе и нашей Надежде, потому что я уже стал частью именно Надежды, а не Альтернативы. Здесь у меня служения были, здесь, ну, в принципе, у меня сейчас и здесь служения происходят. Одно осталось. Вот, и я очень благодарен этой группе за эти 4 с небольшим. Но, что, в принципе, самое главное, я не считаю, что я очень мрачный человек и Благодаря этой группе я живу нормально. Благодаря этой группе я нормально функционирую. И спасибо всем вам. Как-то так. Ой, привет всем, я Оля Алкоголик. Ну,
уже ходя на группу шестой год, ну, в принципе, не видела здесь мрачных людей, да? И, наверное, сама я тоже не являюсь мрачным человеком, ну, я так думаю. Но вообще, конечно, изначально хочется выразить большую-большую благодарность нашим родителям, да, как сказали. Потому что я, да, я считаю своим ребенком их, потому что, ну, сегодня Паша для меня это такой человек, который, ну, позвонишь, наверное, в любой там суток, в любое время суток, да? И у него всегда найдется время. Ему всегда найдется время выслушать. И даже, может быть, не посоветовать, а просто выслушать. Ну, а Боря, это, наверное, самый мрачный человек, которого вот, я знаю в сообществе анонимных алкоголиков. Потому что, ну, Боря, а как там секс? Начинается «люблю четвертый», если четвертый шаг, что Боря у нас по сексу. Вот, а поэтому он является, наверное, самым мрачным человеком, да. А еще благодарна очень вообще то, что у нас есть, что, как говорится, у нас действительно есть группа, да, потому что, находясь в реп-центре, и когда я была настолько в отчаянном положении, и когда я уже, наверное, никому вообще не верила именно с группы «Альтернатива», то есть вообще как бы все начиналось отсюда, да, приходили в реп-центр, и «Мисты весть», и именно там я услышала эту весть, что есть эти группы, да, и поэтому я действительно благодарна, потому что когда я пришла на группу, и вот эти вот мрачные людей я слышала, я хотела то есть, тоже иметь, что у них есть. Вот. И сегодня, слава Богу, вот вижу Инку, которая сегодня вот три месяца вообще, она пришла, когда на группу, никогда не забыла, плакала, смотрела такими, вообще в глазках огонька не было. Сейчас она просто цветет. Я очень, очень этому рада. Я очень благодарна, потому что вот это вот и есть результат, что вот он новичок, и вот она уже сияет. Это действительно работает, да, это вот действительно то, ради чего здесь мы собираемся, да, то ради... И вообще, как мы можем быть мрачными людьми? Нас Боженька нам просто подарил милость, он нас помиловал. Он нам просто дал заново возможность начать свою жизнь. Начать свою жизнь из самых вот этих вот, с этих вот самых там развалин, потому что я свою жизнь, да, превратила просто в пекло. И вот, как говорится, как феникс, нам Боженька дал эту милость, да, по милости своей у нас поднимался по пекло. Потому что сегодня действительно, сегодняшняя моя жизнь, да, ну, это точно отнюдь не мрачная. Вот. Мы, наверное, многие знают, мы сейчас с моим мужем находились в больнице, да, и там в палате наша всегда ржачка, врачи будут кушать. Ну, как говорю, ну, наверное, ненормально. Ну, да, такие вот ненормальные, потому что я говорю, как я говорю, мой муж всегда соврать, Боженька хочет, чтобы ты радовались. Он нам дал эту жизнь, чтобы мы каждый момент своей жизни радовались. И это нам дано до чего-то, чтобы просто... Мы это тоже пережим, и это как бы более, да, и это мы тоже сможем, как бы это закончится, и будет обязательно рады, потому что только ради этого, ради того, чтобы приходили на очки и видели, что мы радуемся, чтобы у них хотелось желание делать то, что мы не сказали. Спасибо, люблю вас. Иван Анатольевич, добрый вечер. Давно я не стоял за этой тумбочкой. Но в такой день я считаю своим долгом приехать сюда, поздравить и группу людей, которые, я считаю, непосредственно отношение принимают к моему выздоровлению, к моей тезисе и по большому счету в моей жизни. Почему? Потому что когда я добился до ручки и пришел в такой момент, что я задался вопросом, а что делать, и попал в руки брошюра, уже сделана на русском языке. То есть кто-то уже до меня проделал эту работу, и эта брошюрка, она мне помогла определиться, алкоголик или не алкоголик, куда прийти, и первая буква, куда я попал, тоже получилась какая-то альтернатива. И там у меня впервые появилась первая мысль, а за что можно жить и не пить, первая мысль о том, что не все люди, которые пьют, они обречены, то есть вот эта весть уже теми людьми, которая сделана была до меня, она дошла до меня, и благодаря этому я остался в живых. Я не знаю, ходил бы я на английские группы, Почему? Потому что мне на русском языке сложно с людьми общаться и как-то в этом обществе функционировать. Если это было на другом языке, я не уверен. Поэтому я считаю, благодарю и Пашу, и Борюшку, естественно. А вот и Витальку, который, по слухам, пиратил книжки, приносил книжки, что-то мутили, крутили, какие-то буклеты, что-то делали, все это.
Вот. Почему? Потому что только благодаря этому я остаюсь на сегодня трезвый и живой. И по большому счету они, эта группа и старт, как русскоязычное общество, дала, ну, пуш, дала такое развитие. Вот. И везде, если более на группе, это все, это будет какой-то сфок, это будет что-то весело, это будут какие-то дела, но такой вот он человек. А книга у нас говорит, мы можем поделиться только тем, чем мы обладаем. Он не может поделиться вот этой вот радостью, открытостью, советом. У него бывают такие, вроде бы, между прочим, между делом, такие он советы подаст или какую-то это самое, что это пункт или дело. И вот у меня это работает так, что в точку, не обладая Богом, не проходя программу, не делая то, что говорит программа, невозможно это приобрести и тем более делиться. Спасибо тебе, Олечка, за это большое. Паша. Паша, как уже было сказано, это генератор всех идей, генератор. Если какой-то кипиш в Израиле, в русском, это Паша. Если это на иврите, это Денис и Виталик, там подпились и Аркадий. Но, скажем так, вот этот, когда бросают камень, и от него идут люди, да, вот этот камень, который просто на него забрасывает Паша. Я помню, как настойчиво, глядя мне в глаза, Паша говорил, что нужно вести тот проект, который мы года полтора или два назад по книге вели. Вот эту тумбочку мы тогда толпой делали, там крутили, мутили, тогда вешали все это, делали генератор. Вот эта идея, вот этот позыв, вот этот посыв, не почивать на лаврах, что это делать, что это развивать. Я первый раз, когда протрезвел, в Батьям ходил, и мне спонсор стал ходить, ходи на разные группы, ходи, смотри, разный опыт, разных людей, не засиживайся на одном месте, потому что у тебя должно складываться такое общее мнение обо всем, и одна группа не является показателем. Когда я первый раз присутствовал в этот полутемный подвал, я думаю, блин, что такое, тут стоял стол, у нас было человек 6 или 8, полумрак такой. И люди, которые здесь высказывались, я их абсолютно не понимал. То есть, ну, совсем вообще. И когда в конце Паша брал книгу и цитировал из книги, у меня складывался весь пазл. Я понимал и стремился, тянулся к тому, что группа должна быть такой, как и пропагандирует Паша. Я понимал тогда ничего, я даже не понимал, а чувствовал то, что нужно держаться его, и тогда будет все радостно, счастливо и свободно. Сам тот срок, что тогда 11 лет, для меня это казалось, что это вообще умопомрачительно, вообще что-то непонятное. И день за днем я продолжал ходить, я продолжал делать то, что мне говорил спонсор. И я продолжал ходить, и делать, и служить. И настолько это всегда возможно. Не всегда мне так хотелось. Я бывало говорил, да не хочу, да не буду, не брошу. Мне сказали, служение это там, где ты полезен, там, где ты должен быть. И сходу бы сказал, что служение должно быть для тебя приятным. Это то, но и есть служение. Может быть, только благодаря, не может быть, а я уверен, что только благодаря тому, что, во-первых, русскоязычное сообщество возникло, что есть такие люди, которые двигают постоянно какие-то движники, даже этот проект, который двигается, да, вот сейчас там Тарик тоже опять же его сгенерировал, Паша, и все равно, и благодаря этому двигается Кеннесси, какие-то организации, какие-то дела, которые укрепляют, развивают общество русскоязычное, в частности, вообще в принципе, это все, я считаю, на сегодняшний день это своя обязанность. Больше, в меньшей мере, у меня, может быть, нет вот этого ума такого созидательного, но если мне предложат, вот есть такая тема, давай что-то делать, я всегда за. Или приехать, что-то сделать физически, или каким-то образом, я всегда за. Почему? Потому что я на сегодняшний день считаю своим долгом, чтобы общество во-первых, существовало, во-вторых, по возможности развивалось. Для чего? Для того, чтобы мои дети потенциальные алкоголики, я не знаю, только Бог знает, какие у них там задатки, когда у них возникнет вопрос, куда-то прийти, и эта группа должна существовать, и Батьям должен существовать, и то место, куда им возможно будет прийти, это будет хорошо. Лот открыли, Нетания открылась, или еще что-то. У меня, честно, у меня какая-то определенная гордость есть, это какую-то некую маленькую причастность к тому, что это все так развивается, и когда приходят люди, я сам такой был, сопля пузырями пускал все это, и потом, когда потихонечку, когда приходит новичок, скажем так, убитый, расстроенный, потихоньку начинает сначала просто молчать, с нормальным взглядом, потом что-то говорить, а потом говорить еще, как говорится, ну, условно, правильные вещи, а потом, когда он уже поднимает руку под спонсор, говоришь, е-мое, вот так работает Бог, вот так работает программа, и где бы был я, где бы были эти все люди, если бы в свое время кто не приложил руку к этому действию, всего этого не сделали. Мрачные люди. Я не мрачный человек по сути своей. Я не мрачный, просто алкоголь долгое время сначала мне помогал раскрыться вот этим всем делам, а потом, когда он уже стал повелителем, конечно, он мной правил, и я уже делал только то, что он говорил. Мне сложно было, за годы употребления все мои чувства, они залезли куда-то в 28-й уголок, я их не мог вытащить, я долгое время не мог похвалу правильно принять, я не знал, как выразить свою радость, я не знал все это, и этому всему я учился здесь в Ирине.
Я дергал спонсора, я дергал людей, я слушал, смотрел на этом самом. И я заучился заново жить. И для чего я пришел в анонимные алкоголики? Обрести трезвость, восстановить разрушение семьи, помогать другим алкоголикам. Вот три основные позиции, это три основных направления, для которых я и протрезвел. Но это не значит, что я должен быть вот таким вот грудуком. Где будет моя привлекательность моих идей, если я буду без улыбки, без определенного, как говорится, постановки вопроса, буду все это дело рассказывать. Вот, поэтому программа, она помогает мне, не помню, чтобы Чак Чемберлен сказал, что программа это освобождение от всего этого нужного, которое наросло за время. То есть я истинно внутри, каждому мужчине, женщине, ребенку, это помогает основополагающее, основу Бога. Вот докопаться до этого, проявить это и жить так, как Бог действительно хочет, радость, счастливая, свободная. Вот для чего на сегодняшний день, я так считаю, вызывали. Лучше, хуже, больше, меньше, судить не мне, жизнь покажет. Но просто если ко мне звонят люди, со мной я могу кому-то помочь, мне звонят люди, со мной общаются. Когда 3/4 телефонов, я смотрю, ну, я совсем не одинокий, я совсем не мрачный человек. Да, Боречка? Спасибо, друзья, я сегодня трезвый, 4 года, 4 месяца и 17. Не только благодаря этой группе и этому общению. Следующий у нас был записавшийся Виталик. Виталик, включай микрофон, пожалуйста, дай слово. Нага, всем привет, Виталик Алкоголик. Поздравляю группу с юбилеем. Честно, вот Саша говорил про косичку Пашину. Я думаю, столько лет прошло, столько я трезвый, что я Пашину косичку-то не помню. Вообще. Прикиньте, у меня образ апостола по Паше. И никакой косички уже за столько лет. Вот. Ну, а я попал в ивритоязычную группу анонимных алкоголиков. И Бори там не было, а вот Паша там приходил, наверное, с косичкой. Но не помню я. И каким-то образом, да, они там мутили, они говорят, пойдем к нам, мы там по-русски повыздоравливаем, что-то типа этого. Я очень боялся идти, я вообще боялся русских алкоголиков. Вот, и, ну, как-то внутри, да, мне с еврейскими, с еврейскоязычными было как-то, ну, евреи там, а тут это, пошли по-русски повыздоравливать. Но я пошел, и я увидел там Борю, вот, и думаю, ну, все, меня в обиду не дадут, Шма Исраэль, как бы, все нормально. Паше я еще не так доверял, да, вот. Ну что, я пришел, помню, и нас было там 5 или 6 человек. Через какое-то время нас осталось трое, я, Паша, Боря, на какой-то период. Вот, и там, вот там начался движняк уже какой-то, да, и книги. Там началось служение Виктории, Паша начинал, потом я перехватил это служение. Первые полгода, я не помню, или 3 месяца Паша был, потом я полгода, это, по-моему, больше был. Пока у меня там корона не начала расти, я уже это сказал, давайте меняйте меня там, а то я сижу как лектор. Вот. Ну и вот, в принципе, вот с этих вот маленьких вещей, кажется, они незаметные были. Что-то по чуть-чуть. Вот эта вся организация начала разрастаться. И сегодня я понимаю, что вот эта группа «Надежда», «Тиква», да, она дала какой-то толчок, не какой-то толчок, она дала толчок всему русскоязычному движению, русскоязычному движению Израиля, и чтоб там Ашдот, Ашкелон не говорил, Юг, и им тоже это дало. Вот, то есть дала вот это вот именно эта группа, с которой вот это все и началось. Вот, и каждый внес свой вклад, в то, чтобы оно развивалось, причем незаметно. Оно было незаметно, и поэтому я знаю, что это было по милости Божией. Только по милости Божией. Это было провидение, это был какой-то не знак, это было, оно давало, Бог давал силу какую-то делать, каждый по-своему, каждый в своем, вот. Но и я скажу, что она до сих пор является центром русскоязычного движения. Почему? Потому что шкаф с книгами там находится, если что. Вот. Поэтому это до сих пор центр, хоть настолько, столько туда не приходят уже сегодня, слава Богу, сегодня есть. Вот. Но это как бы это центр. Я спасибо этой группе говорю огромное. Спасибо ребятам, что тоже приняли меня и помнят меня. Да, ну, как бы помнят, да, меня забудешь. Я вот сегодня, мы отмечали 80-летие мамы моей. Вот. И сидели трезвые, вся семья.
Я был преисполнен благодарности, что я могу сидеть трезвый и шутить про прошлое, шутить чисто, и не хотеть пить. Да, я нормальный, там, мрачный, не мрачный, веселый, и как бы шучу. Ну, не улыбаюсь там на 32, я не знаю. Ну, нормально. И это для меня нормально. Вот, и это очень много мне тоже дала эта группа. Вот, по поводу мрачный. Такое вчера с женой говорили, что-то жена подошла, говорит, ты мотик щели, да, сладкий мой. Я говорю, я? Она говорит, ну ты пиль-пиль-хариф, блин, но я тебя люблю. Вот, поэтому я не знаю, какой, вот такое, но меня жена любит. И слава Богу за это, и спасибо вам за это, и за мою трезвость. Люблю вас, ребята. В добрый час, и поехали дальше. Олег, пожалуйста. Всем добрый вечер. Меня зовут Олег, я алкоголик. Моя домашняя группа «Надежда», но она все-таки такая. Небольшая историческая справка. Она немножко постарше «Надежды» коллегийской. Ну, никаких исков мы подавать не можем. Тем более, что тель-авивская группа, она, по-моему, начиналась все-таки как тиква. Звучание разное, хотя смысл. Я бы хотел бы в своем выступлении начать с тех чудес, которые дала мне, в принципе, программа. Чего другого я сказать не могу. Именно программа. Во-первых, я сегодня трезвый. Для меня это чудо. Вот так, скоро 11 лет. Для меня каждый день это чудо. Я могу разговаривать, я могу с вами поговорить, я могу поделиться своим опытом. Для меня это чудо. Ребята, которые меня знают, давно знают, что я пришел в программу вообще там, таким закрытым человеком, что выдавить меня слово было практически нереально. На сегодняшний день, да, действительно, я могу там передать как-то свой опыт, принять чей-то опыт. Чудеса. Чудо в том, что я относительно здоровый. Для меня это вообще чудо. Потому что я помню себя, каким я пришел в программу, человеком, который не мог себе приготовить стакан чая и выпить его. Это как-то... И то, что есть сейчас, это дорогое. Я не буду вдаваться в подробности, как я пью, зачем я пью, почему я стал алкоголиком. Факт такой, что, да, как уже говорили, когда человек приходит в анонимный алкоголик, он, наверное, не приходит от хорошей жизни. Я тоже пришел не от хорошей жизни. Но здесь я нашел действительно то, что я искал. И вот эти все чудеса, которые я назвал, они все... Можно сказать, то, что они даны, естественно, моей высшей силой, это для меня понятно. И она, высшая сила для меня, она действует вот именно через людей. На сегодняшний день, в том числе, ваша львивская группа, она очень много дала и нам, харчанам. Вот на сегодняшний день открылась, не на сегодняшний, буквально там, несколько месяцев, в церкви. Функционирует, открылась новая группа по чтению большой книги. Ребята, для меня это такое счастье, такое достижение именно в плане развития и на севере у нас. Это очень здорово. И опять-таки, это при поддержке центра страны, и все это здорово. Меня это очень вдохновляет, и я хочу сказать вам, что я люблю вас только за это. В том числе. По поводу мрачные люди. Не мрачные. Я так немножко вот сидел, задумался. В принципе, а кто такой мрачный человек? Ну, для меня мрачный человек, это, наверное, в принципе, человек, который так или иначе он зациклен на себе. То есть, даже такое понятие, вот, плохая погода, я сейчас мрачный, потому что плохая погода. В конечном итоге это заканчивается все на моем эгоизме. То есть я не смогу пойти погулять, мне будет плохо, опять мне. То есть это чистый мой эгоизм.
Любые другие предложения, которые вы там можете предложить, я могу тоже разложить. Мрачный человек – это тот, который зациклен на себе. И, в принципе, вот программа – это то, что дает мне программа на сегодняшний день. Я на 100% могу выйти от собственного «я». Как я могу это сделать? Вот это самые шаги, подспонсорные, мой любимый спонсор и какая-то помощь другим. То есть вот этот сам процесс выхода из себя, от себя, и не из себя, это, наверное, неправильно сказано, выхода от себя, вот на сегодняшний день это и есть моя трезвость, мое хорошее настроение. Я не думаю, что какой-то мрачный человек может додуматься приехать сюда на группу и организовать Zoom-конференцию с новичком, подключив к этому делу еще 3 человека. Ну, это... Ну, вот мы ехали к вам, и у нас тут была конференция. Было очень интересно и здорово. И для меня это был первый опыт прямо в дороге. Такая конференция, и все получилось здорово. И все это, ребята, благодаря вам. За это еще раз говорю большое спасибо. Я люблю вас. Всем хорошей группы. Нам хорошо добраться. А уже скоро, 4 августа, наш дорогой друг Олег, который только что выступал, будет отмечать свои 11 лет в городе Хайфа. В среду, друзья, добро пожаловать. Мы едем с кому будет желание присоединиться с этой расслабленной стороны, звоните, пишите. Естественно, объявления об этом будут еще в наших WhatsApp-чатах. Друзья, кто-то еще хочет? Да, это как бы вот сейчас я слышу, мол, вот там Паша с Бори организовали русскоязычные и в Израиле, это неправильно. Да, и мне как бы все время, когда я это слышу, мне не совсем приятно, да, я этого сам не говорю, но это неправда. Да, были группы. Вообще, первый раз я оказался на русскоязычной группе в Израиле, это был Иерусалим, наверное, 2005 год, что ли. Что-то такое, или 4-й, я не знаю, короче, я был пьяный. И меня туда притащили, там... Но там была как бы была группа, там было 2 или 3 человека. И до сих пор у нас есть человек, Сережа, представитель русскоязычной группы. И в Хайфе были группы тоже. Да? Там я не был, я был потом уже в Хайфе там пару раз за все это время. Но русскоязычный ЭЭ в Израиле существовал. Да? Не такой, как сейчас, да, такая движуха, там конференции, да, шашлык с видеосвязи со всеми группами, там кто-то меняется брошюрами, там книги туда везти, сюда везти, да, движуха, такого не было, но, в принципе, русскоязычный ИИ здесь в Израиле существовал, опять-таки, я знаю лично, что в Иерусалиме была группа, она была очень скромненькая, но я там был, и они мне пытались помочь, там был Сергей, просто я не готов был в то время слушать, и все это, вот. Но это так, как говорится, set the record straight, да, как говорят в Гомеле, да, так говорят в Гомеле? Не спи. Вот, ну и все, но в принципе, да, и потом, конечно, если так, еще больше по чесноку, я думаю, Паша не даст мне соврать. Вообще настоящая движуха началась, это когда Бадьямская группа начала разрастаться, и там пришло вот эта вот смена поколений, да, там Денис, и вот это вся его, Денис и его команда, да, Денис, Вова, Виталик, да, и Денис и Кампани, что называется. И тогда еще там такой пошел взрыв. Движение, да, то есть мы с Пашей, я помню, мы искали на интернете, там где-то доска.ру, где бесплатно можно что-то написать, денег не было, все как-то вот так, да. Но все равно что-то делали. А когда вот эта подъемская группа началась,
вот это уже пошел действительно взрыв развития, да, начали вдруг группы открываться здесь, там, это все литература, Виталик там, ну, за своим был ответственный за печать, да, там, печатал все, что можно и что нельзя, все, что не попадя, да, нагрузку давал, еще там одну берешь и вот две нагрузку. Ну, вообще, короче говоря, вот это понеслась тема, когда вот именно, да, еще Батьян появился, и все, и потом вдруг открылся, и Гиришин открылся, Нетания, Лод, Ашдот вдруг тоже взорвался как-то в это время. Аждот было, но потом как-то друг тоже разросся в это время. Ну, так, примерно лет 7 назад, наверное, если я правильно помню все это. Вот, ну все, ну все равно, в любом случае, если хотите говорить, что я начал вообще весь ей в мире, то тоже можете говорить, да, не помню как. Спасибо. Подожди, у нас есть еще один желающий. Наташа из Миннесоты хотела взять слово. Наташа, пожалуйста. Привет, ребят, меня зовут Наташа, я из Миннесоты, совершенно случайно попала на вашу группу, я так просматривала и думаю, о, спикер, и случайно тыкнула, и раз, и сразу на группу попала, думаю, ну вот, у вас праздник, а я сразу вспомнила, как группа меня спасла, когда я пришла на группу забитая, глаза не поднимала, не смотрела ни на кого, и у нас в Миннесоте русская группа маленькая была, 4 мальчишки было тогда, и я не понимала, что они могут мне дать, мне казалось, они от меня чего-то хотят. Я вот никак не могла понять, как можно вот так хотеть, чтобы человек остался трезвый, и при этом еще говорить, что они меня всегда ждут, возвращайся, приходи к нам. И вот эта группа, именно группа, вот как у вас появляется группа, я поздравляю вашу группу с днем рождения, и я очень рада, что эти группы возрождаются. И вот эта группа, она меня спасла, она из меня опять из вот этой вот падшей женщины. Я не была, я не женщина, я не человек, я не мать, я не жена, я вообще никто, я амеба какая-то была, да. Мне казалось, что я не имею права жить на этом свете. И вот они из меня сделали снова женщину, они меня уважали, они разговаривали со мной на «вы», они перестали материться на группе. Это было вообще такое-то. И вот так вот группа сейчас разъехались, наши все мальчишки. Один во Флориду уехал, другого мы похоронили. Он не смог выдержать вот этого всего. Но они разбежались, и осталась я на этой группе. Но Бог опять приводит людей. Опять на этой группе. Также, такая же маленькая, такая же. У нас 5 человек на группе, но у нас есть группа. Я так рада, что у нас в Миннесоте группа есть. И я так рада, что у вас ваша группа возрождается. Потому что каждая группа, она дает возможность человеку прийти и жить дальше. Понять, что жить можно, понять, что оставаться трезвым можно. Также у нас на группе мы проводим по шагам уже, но, конечно, у нас получается больше по Zoom, по Skype. И слава Богу, что это есть. Поэтому я от души вас всех поздравляю. Я знаю, что мы трезвы, пока мы вместе, пока мы сила, когда мы вместе. Как там написано, что мы часто встречаемся, чтобы новички могли войти в наше братство. Поэтому я мечтаю, чтобы к нам приходили новички, мы разносим тоже вот эти флаерсы, все это делаем. Но тут смотрю на вас и белой завистью завидую, что все это растет. И я знаю, что это будет. Если Богу будет угодно, мы тоже будем разрастаться. Дай Бог, конечно. Все, от души вас поздравляю. Сегодня трезво. Знаю, насколько это сила наша группа. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Наташа. И, друзья, у нас осталось 5 минут. Я тоже хотел бы сказать, наверное, пару слов напоследок. Виталий Алкоголик, привет всем. Я сегодня разговаривал буквально несколько часов назад с подспонсорным, с парнем одного из городов России. Ну, у него все плохо, да, все плохо. Как может быть, у алкоголика. Я ему пытался донести, ну, там, ну, знаете, вечные проблемы алкоголя, да, все плохо, все не получается, все не идет, все то, все пятое, все десятое. Ну, и мы говорили про группы, да, у него нет групп в городе, живых нет.
И я сижу и вот рассказываю, да, ну смотри, ну есть же да, онлайн группы полно, да, там что, какая проблема, десятки групп, сотни групп, иди, бери, да, то есть там, ну там со спонсором у тебя не получается, со мной, так ради бога, у нас в онлайне там десятки, сотни сегодня спонсоров русскоязычных можно найти в онлайн, начать выздоравливать, да, не проблема. И я сижу, я когда вот это разговариваю, когда я это говорю, вот обычно с такими ребятами, ну, у меня на самом деле есть такое очень сильное чувство, знаете, не уверен, я не чувствую себя комфортно. Я не чувствую себя комфортно, когда я делюсь тем опытом, которого у меня нету. Да. Которого у меня нету. Почему? Потому что, ну, я никогда не выздоравливал на моих группах. То есть я, когда вышел из реп-центра 8 октября, 8 декабря 2017 года, да, то есть вот я помню, я когда уехал из реп-центра домой, я, ну, вообще мне не представлял, что вот будет, как бы, когда я доеду домой. Да, вот первый раз в жизни. То есть у меня не было не то, что какого-то там плана, видения, да, на будущее, на жизнь. Да, вот я реально сидел в машине полчаса езды от Петахтиты до Батьяма, и я не знал, что будет. Вот реально, да, что будет, когда я зайду домой. Темнота, черная дыра. Но у меня был в сумке список групп, да, и я знал, вот это был пятница вечер, я знал, что субботу вечером есть группа. Да, ну, окей, это была не эта группа, это была группа в городе Батьям, это была группа не алкоголиков, ну, неважно, да, про эту группу. Ну, я знал, что у меня будет группа. Да, это была группа, да. И я знал, что вот эта вот группа, да, это было как не, ну, такой единственный там, ну, маячок, да, то есть какой-то свет. И вот, и получилось так, что я дошел вот на эту группу на следующий день, да, трезво. И потом, наверное, во многом благодаря этому я дошел на следующую группу в воскресенье, а потом на вторник я уже зашел на свои, в понедельник дошел на свою домашнюю группу «Альтернатива». Ну, я вот не знаю, я когда вот это думаю, когда говорят про онлайн-группы, я не знаю, как бы, да, дождался бы я трезвым, да, ближайшей онлайн-группы. Ну, я ни хрена не уверен, да, вот насколько я себя знаю, нет. Нет, да, я ходил на живые группы, И в том числе это вот группа по субботам, да, я помню, блин, насколько я боялся, ну хорошо, посреди недели еще было, там я работал, да, я работал по 6 дней, ходил каждый день на группу, слава богу, там общественный транспорт был, ездил и дома, и на домашнюю группу «Альтернативы», там, к израильтянам сюда, и в Петахтику, ну ездил, было, да, вот в субботу я помню, да, выходной день. Блин, что делать, у меня такое было беспокойство, вот я просыпался утром, и реально мне было страшно, да, то есть вот я проснулся в 10 часов утра, весь день впереди, я думаю, ни хрена себе, чем-то я буду заниматься в выходной день, короче, да. И вечером вот эта вот группа, да, я помню, тогда Боря за мной заезжал, вот я Ваня заезжал, забирал, да, и мы ехали на эту группу. И потом, после этой группы я шел еще на одну группу, помню, да, сразу же. Ну, неважно, да, то есть неважно. Ну, вот я не знаю, я, конечно, знаю, что есть люди, которые выздоравливают на онлайн-группу. В том числе они есть здесь, в этой комнате, есть сейчас в Zoom сидят люди, которые выздоравливают в онлайн, у которых есть спонсоры в онлайн. Ну, я вот не представляю, я помню, как это вот вживую было, да, как я вживую выздоравливал, зная людей уже, как вот, да, спонсор. И вот ко мне спонсор подошел, да, реально живой человек, я помню, да, и когда сказал. А я уже был на самом деле, как бы, ну, уже там полшага до срыва. Да, и ко мне подошел человек, взял меня за плечи, отвел меня в сторону, мы там с ним поговорили, да, и вот он мне сказал, давай вот, делай шаги, ну и вот. И то же самое насчет живых групп. Ну, может быть, для кого-то там что-то другое сработало, для меня сработало только это, да, для меня сработало. Живая группа, живое общение, это группа, которая, ну, не менее домашняя мне, чем моя группа «Альтернатива». Вот, поэтому как бы я, ну, очень-очень благодарен тому, что действительно в Израиле есть тому, что сделали 13 лет назад Боря и Паша, да, и как бы они не отмазывали, чтобы они там не говорили, да, там, я не знаю, где там что было в Хайфе, я не знаю, что там было, да, в Иерусалиме, я знаю, что было здесь, я знаю, что здесь то, что было здесь, когда я пришел, был не один, не два, не три, было каждый день группы, русскоязычные группы, полно спонсоров, да, десятки спонсоров. Любая литература на любой вкус, да, можно было прийти, купить, взять, подойти к людям, поговорить, поделились любым опытом, да.
любые служения, да, и все это, то есть это то, что все это в совокупности, ничуть не меньше, да, не меньше, все это, всего этого вместе, я знаю, еле-еле хватило на то, чтобы я остался трезвым, да, то есть будь этого чего-нибудь меньше, ну, я не знаю, где бы я был бы на сегодняшний день, вот, поэтому огромная благодарность этой группе, этим людям, которые все это организовали и сделали для нас. Все, спасибо, люблю вас всех. Ну и давайте закрывать, наверное. Все, спасибо. Спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу. Если я кого-то обидел, прошу у вас прощения. Хочу напомнить вам, что мнение, высказанное на встрече, это личное мнение, опыт каждого, а не мнение, а в целом. И закончим наше собрание декларацией ответственности анонимных алкоголиков. Если кто-либо где-либо будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи протянулась к этому человеку. Я отвечаю за это. Боже, дай мне разум, душа мне покой. Принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. И мудрость отличить одно от другого. Аминь. Спасибо всем. Поздравляю нас. Ваня, где ты?